Домик Сан-Тантино. Мы нарисуем все равно. Как сможем. Ты не сможешь нарисовать домик Сан-Тантино, говорит Баста. Да, не смогу. Получится какая-то фигня. Как обычно. Да. Ничего у меня не выйдет. Ничего не получится. У тебя даже фломастеров нет нормальных, говорит Паста. Да, нету. Вообще материалов нормальных нет, но я все равно рисую. Знаешь, продолжать рисовать, если у тебя нет нормальных материалов и денег, это быть не тем просто. Это быть ноль. Понимаешь, говорит Паста. Понимаю, я ему отвечаю, говорю, понимаю. Я никто. Да, я никто. Паста, ты прав. Ничего не добьюсь. Так криво рисуешь, спрашивает. Потому что я рисую от руки, от нет, от меня, что у меня зрение. Ну, короче, тебе не понять. Какое у тебя зрение? Минус 8 где-то на оба глаза, минус, ну, примерно. Минус 7,5, минус 8. И макулодистрофия сетчатки обоих глаз. Че? Показывает доказательства. Вон в шкафу, вон карточки все лежат. Вот эти там. Там все медицинские карточки, доказывающие. Он такой дает своим этим вертухаям посмотреть, правда ли это. Они такие смотрят. Мы ничего не понимаем в этом. Посмотрите. Макулодистрофия был глаз. Ладно. Ты и так униженный жизнью, что тебе еще? Сказать, говорит Баста мне. Да ничего не говори просто. И дальше банки планируют, там все будет нормально. Банки, они нас сделают супер крутыми. Ты что считаешь, да? Познер там тоже банки планирует. Рядом. Тут повсюду банки, ты не заметил? А? Даже я заметил. Зачем столько много банков, если нищее население и... Кризис, дорожает все, кризис. Зачем так много банков? Вот я не понимаю. Что тебя так волнует эта тема банков? Че, а? Ну, как бы... Потому что они на каждом шагу. Невозможно, где бы ты ни шел, везде банк, они ярко там рожи эти, ну, не только твоя рожа, но еще и разные рожи, там еще и рожи идиотские просто есть, ну, в плохом смысле, то есть не в смысле, что я с пониманием отношусь к людям, у которых это, я имею в виду, ну, то есть, я имею в виду там нормальный человек, который... Рожу просто, то есть, блин, прошу прощения, то есть там обыкновенный человек, да, нейротипичный, который просто, ну, как актер, и он
намазал себе лицо там этим кремом для бритья и радостное такое глупое лицо сделал. Вообще-то я себя считаю идиотом стоящим. У меня реально есть какая-то отсталость умственная. Поэтому со мной никто не хочет иметь дело. Но вот этот вот мужик, он на самом деле не умственный стал, он нормальный просто. Точнее, он нейротипичный, он просто деньги заработал, ему не стыдно, что его рожу там показывают. Мне было бы стыдно, я бы вообще не вынес такого. Мне, кстати, стыдно очень. Понимаешь? Понимаешь? Чувство стыда. Зачем ты смотришь? У тебя же зрения нету. Да просто в очках. Просто если без очков ходить по городу, то можно это под машину попасть. Машина собьет и не заметит. Или на тебя натолкнуться, ты меня ударишь по очкам, они разобьются, последние очки. Что не увижу. А что ты разговариваешь с собой? Тебе не с кем поговорить, тебе нет друзей. У меня вон полно друзей, полно подруг. Говорит Баста. Говорю, да, у меня нет друзей. Лучше уж быть без друзей, чем с такими друзьями, которые за человека тебя не считают. Тут, знаешь, может, твои друзья рассосутся, как только у тебя деньги исчезнут. А капитализм это может произойти. Капитализм всякое может произойти. Так ты чё, левак? Вестник бури? Вестник дури? Я же Сармата смотрел? Смотрел. Боже, похоже, тебя смотрел. Ой, бля. Слушал, точнее. Потому что нужно было что-то слушать, чтобы с ума не сойти. Тишину. Понимаешь ты меня или нет? Дай бог здоровья Свете, дай бог здоровья Маше, которые помогают хоть немножко мне, которые добрые сердцем. Дай вам Бог здоровья. Да что ж такое? Капец, на телефон не очень, очень плохо снимать. Да, я понимаю слово капец, слово идиот. Ну, не мужское слово, да. Просто... Ладно. Извините. Серьезно. Мне самому не нравится это слово, когда я его произношу. Настоящий мужик, он матерится, говорит, на букву П слово. А я ведь художник, я не имею права ничего. Вообще не имею права ничего говорить. Если я уж говорю что-то, то это слишком. Это уж слишком, я пишу. Это уж слишком. Это уж слишком. Это уж слишком, да. Для любого, даже не художника, что-нибудь такое говорить, это не слишком, это нормально для меня. Уж слишком. Все нормально. Понимаю. Просто неуместно, что ты сказал. Баста, ты был в Америке какой-нибудь или где-нибудь там в Европе, знаешь, чем они, ну, говорит, да, был. Знаешь, чем отличаются там богатые люди или какие-нибудь, ну, любые вообще люди, они просто делятся. Если бы были здесь с тобой люди из Америки, они бы мне дали
фломастер хороший, увидев, что этот фломастер нифига не пишет. Я рыба хороший фломастер, что им сложно, что ли? Смотрели бы с интересом, не критиковали бы, не говорили бы, что зачем так много мельниц нарисовал, то он вообще играл в готику или нет. Нет, они его просто наслаждались, они сказали, это много мельниц, это интересно, это индивидуальное, нечто новое, дополнил готику. Готику сделал очень плодородной, дополнил ее своим индивидуальными особенностями, это определенная особенность. Короче, вывеску здесь сделаю. Нужно темным цветом, только у меня нету его. А все равно я его сделаю, когда сделаю. Это черно-белое там будет. Черт. Короче, Ксантантино. Не получилось вывеску сделать. Короче. Сейчас. Был бы фломастер нормальный. Ай-яй-яй. Не очень знаю английский, короче. Так что извиняйте. Прошу прощения, ребят. Я даже кофе еще не допился, он уже холодный. Какую-то конюшню нарисовал вместо дома. Чё же, как же это исправить? Какой-то фиговый дом получился. С другой стороны, это лаборатория.